Здравствуйте, с вами Александр Николенко. Продолжаю обзор сортов. Вот у меня приобрел, видите, двухлетний саженец, фундука краснолистного исполин. Это, насколько я не ошибаюсь, старый российский сорт. Смотрите, если оно от водоки, характеристика вот уже первая. Двухлетка, на нем, смотрите, раз, два, три, четыре орешка. Два орешка. И на верхушечной почке раз, два, три, четыре, пять, шесть орешков. Это уже о чем-то говорит. Слово исполин пусть вас как бы не удивляет, он не настолько крупный орех, как это вот назвали, но тем не менее это уже что-то. С вами был Александр Николенко. Заходите на наш сайт medvino.net, подписывайтесь на наш канал. Формирую его деревцем, кстати, видите?